Вот это 1 000 000 гривен. Добрый вечер. Добрый. А что у вас есть такое перекусить на ночь? Тебе будут сниться сны хорошие. Просветленные. Иди, я тебя сфоткаю. Иди. Собираемся в командировку. Едем во Львов. Вещать. Едем мы во Львов на ежегодный фото-видеофорум, где меня приглашают уже второй, по-моему, или третий год. И тема этого выступления, моего доклада, будет посвящена, я думаю, вы догадываетесь, чему. Она будет посвящена стрит-фотографии, ну и вообще в целом проекту «Вставай и снимай». Посмотрим, что у нас из этого выйдет. А пока едем прямо на запад. Легкий перерыв на полпути. Короче, так неудобно. Пользуясь вайфайчиком, нужно выложить пост. Так всегда, едешь в дороге, останавливаешься, ищешь интернет. Если по графику нужно выложить видео, то вот выкладываешь. Ну что ж, добрались. Куча баулов. Эхо. Привет. Здрасте. Тысня. Здрасте. Привет. Здрасте. Вот это 1 000 000 гривен. Вот это вот все? Да. А, это ж типа завтра Sony выставляется. Да, или даже больше, чем 1 000 000. О, ще камера. Хочемо передати привіт татові, мамі, коту Шаріку. Всього лише каких-то 5,5 часов, і ми добрались із Києва во Львов, де буде проходити, уже не помню який по счету, фото-відеофорум. Мені кажется, це отличное місце для того, щоб пропагандувати движення «Вставай і знімай». Ночью їсть негоже. Но, как говорится, странникам можно. А мы же странники и путники, поэтому 12 часов ночи не помеха для того, чтобы набить свое чрево. Добрый вечер. Добрый. А еще у вас есть такие перекусы на ночь? Может, каких-то сладостей и булочки булочки заточить. Я хотел сказать, что я здесь в коробочках нашел камеру одну интересную. Здесь написано А9. Это, видимо, то, о чем многие говорили. Это камера та, которая очень четко попадает не в бровь, а в глаз. 16-35 это не... А 85-ки нету? Есть. Ну, это ладно, потом... Поверни, пока тут все есть, ребят. Я верю, да, что здесь около 15 или 20 объективов. Да. Здесь тебе будут сниться сны хорошие. Просветленные. The next day. Ну что ж, первый день фото-видеофорума начался, дали отмашку, и сейчас будет вещать первый спикер. Приветствую. А можно подсобить мне, как блогеру подснять? А то у меня, ну, штатива нету, просто подержать камеру. Ну, если, конечно, не сильно там торопишься, спешишь. Это проект «Вставай и снимай». Я нахожусь во Львове. И мне кажется, что было бы преступлением мне привезти отсюда каких-то новых интересных картинок. Поэтому у меня есть в запасе 4-5 часов. И как раз я хочу потратить это время на пешую прогулку. Погнали. Благодарствую тебя. Если будет интересно, зайдешь в интернете, посмотришь. Если у вас нету штатива, то это еще не повод огорчаться, потому что на улице всегда есть люди, которые могут помочь, подержать, поснимать и выступить в роли основного оператора. Зазнял.
Ви не проти, так. Да. Це стріт-фотографія, проєкт «Вставай, знімай», на YouTube можете подивитися. У мене прислід там на дачі собаки. Прислід. Ну, правда, один є такий, казніш, наприклад, такий рижий. Ага. Прибув до нас півтора роки йому. От він зараз чекає, що я його призвав. Він залітає в машину до мене, так мене обнімає. А собаки, вони ж, це ж не коти, вони такі. Бачите, співпало, що ви любите собаки. Бачите? І ви теж любите фотографії, я впевнений. Ні, не дуже. Не дуже, добре, дякую. Погода якраз пішки ходить. Отсюда с этого района до центра примерно 5 километров, что в пересчете на легкий прогулочный шаг стрит-фотографа где-то порядка минут 40. Где я тебя сфоткаю? Иди. Ай, ты молодец, молодой такой, да? В детстве всегда пугали, что если пройдешь посредине между столбов, то что-то произойдет. Познакомился с отличной собакой. Перед этим прошел под опорами. Вот, и вот результат. Познакомился с отличной собакой. Кто там спрашивал про перчаточки? Теплые они или нет? Нифига они не теплые, руки мерзнут капитально. Потерли руки и погнали дальше. Привет, я тебя фотографирую. Воодушевлен я вылазкой на улицу. Я знаю почему. Потому что меня вдохновляют новые города. Я не скажу, что сильно часто во Львове, но тем не менее вот такие короткие вылазки на день-два, они очень сильно вдохновляют. Маленький совет для таких же ненормальных, как и я. Как можно больше разноплановых кадров. Сделал один кадр чего-то такого, сделал один кадр чего-то другого. Посмотрел туда, посмотрел сюда. Всегда смотрим по сторонам. Ищем, ищем, находим. А какая маршрутка ходит туда, на Медовую улицу? А то я хочу туда пешком, а обратно уже пешком, наверное, не пройду, да? Не дойду. Понял. Оттуда 24. Спасибо. Здрасте. А можно, если будет у кого-то время, в кабине зила сфоткаться? Это он мне пошел открывать, или нет? Я не знаю. Не. А можно даже за рулем попробовать? Спасибо. Опа! Зашибись! Я нахожусь в зилке. Ну, таким незамысловатым способом можно, в принципе, немножко нагреться, если ты замерз, блуждая по городу. Кстати, по поводу этой шапки, я не знаю. Создается впечатление, что я немного как идиот, но сейчас спрошу у кого-то. Я прошу прощения, взгляд со стороны. Сильно идиотская шапка на мне или нормально? Странноватая. Странноватая, да? А странноватая это плохо или нет? Ну вот по чесноку, шапка говно сказали. Сейчас надо еще кого-то спросить. Девушка, как вы считаете, у меня шапка отстойная или не очень? Супер. Не, я честно. Супер. Звучит как отстой. Я думаю, что если еще пару человек скажет... Нет, три. Три человека скажут, что у меня шапка отстой, то придется идти в магазин и покупать другую. Я прошу прощения, а вы со Львова? А? Нет? Are you speak English? Yes. Ah, who you will be? A doctor. A doctor? Yes. Then I would have to specialize as to be a gynecologist. Narcologist? Gynecologist. Doctor for women. I understand. But I need to take a picture for you. I need to make a good, perfect picture. Because there is no to share with you if I don't take it. If you don't, yes. Oh, yes. And what is your name? Adela. You can call me Marianne. Marianne is easier, yes? Marianne. Oh, Adela. Adela is my name. Adela. Adeola. Adeola. Uh-huh. Okay, Adeola. My name is Valentin. Some dangerous behind you. Be careful. I mean, behind you. You're afraid. You afraid dogs? But I don't know any streets, I don't
I know the center, I mean площадь рынок. Yeah. Sorry, I forget for your name, but I need to take. I need to go. It will be. I really appreciate you to speak with me and to take to give me some picture. Yeah. You subscribe for my channel. I did already. Thank you very much. Have a wonderful day. You too. Thank you. Bye. Ну, блин, прям целый speaking club получился на улицах Львова, незапланированный. Очень круто, очень круто. Для себя. Уличная фотография, ничего более. Не подозрило. Не, не подозрило. Вы просто дуже цікаві, тому я хотів вас... Надовго той ремонт? А як же я залізу? Тут же все загорожено, я ж не можу залізти. Та я для себе, ви не думаєте, що я для новин. Я що похоже, що на кого я що для новин це роблю. А можете ще раз так зробити? Ви це кольцо зробили, така буде класна фотографія. Ні, я не роблю, бо я той. Хто? СБУшник. Та я теж СБУшник, ми з вами родичі. Добре, дякую. Хай щастить. Продовжительність моїх вилазок ісчисляється в трьох батарейках для екшн-камери і двох для основної. Фотографию на память. Чем больше хожу по улицам, брожу, тем больше понимаю, что зря я взял 35-ку. Очень многие вещи не помещаются. Так как я сегодня налегке, то пришлось выбирать, что одеть. Я решил взять более универсальный вариант, потому что я знаю, что я буду вступать в контакт с людьми. Я понял. Все дело в шляпе. Меня принимают за какого-то иностранного туриста и относятся ко мне снисходительно. Мне так кажется. Скажите, пожалуйста, как вам моя странная шапка? Люди говорят по-разному, но вот интересно ваше мнение. Шапка? Нет, шапка вот эта. Нормальная. Ну, у вас чуть не такая, у вас. Но вы бы в такой ходили или нет? Не знаю, наверное. Я понял. Главное, чтобы тепло было. Тоже вариант. Ну что ж, мы пришли к выводу, что как выглядит шапка, это абсолютно никого не волнует и не должно абсолютно волновать и вас. Я прошел уже по будильнику 5,5 километров. Вот, я уже потихонечку дохожу в центр. На улице очень много интересных персонажей, очень много интересных людей, разных людей, не таких, как в Киеве. И это реально очень сильно вдохновляет. Это просто заряжает тебя идти дальше, двигаться, вставать, снимать и искать что-то новое. Это памятник мальчику, который говорит: «Слышишь, ты чё ко мне додолбался вообще?» Перерыва. Мы выходим снова на улицу, и мы идем искать новых людей. Не возвращаться домой, пока не всадил все батарейки. А Мамия 330 есть? Было бы преступлением сюда не заскочить и не отхлебнуть бы немножечко пьяной вишни.